Всем огромный-огромный привет! Сегодня я хочу с вами поделиться радостью. Я получила посылку от своей подруги Татьяны Термелевой. Она очень переживала, что не смогла отправить мне подарок на день рождения в мае в связи с тем, что проходил чемпионат мира. И она запаковала всю посылку дома, а по почтовым правилам в период прохождения чемпионата нельзя было отправлять уже запакованную посылку. Нужно ее было запаковывать при операторе, чтобы он видел, что внутри. То есть это были такие меры безопасности. И, в общем, мы с ней договорились, чтобы она все это не распаковывала, 10 раз там новые коробки не покупала, чтобы она отправила, когда этот запрет будет снят. И вот сейчас мне приехала посылка. Камера очень высветляет. Это я самый большой предмет вам сначала показываю. Такая сумка от Эфраше. Она, не знаю, из какой ткани такое сделано. Но я такие сумки, знаете, девочки, для чего использую? Я могу в них положить вещи и кинуть на заднее сиденье машины, чтобы везти к родителям. Могу за продуктами с такими ходить, за пряжей. Если я много пряжи покупаю, то такие сумки самый идеальный вариант. Сейчас сложится. Я сейчас чем-нибудь ее... В общем, пусть она пока вот так лежит, я буду... Дальше показывать подарки, и она у нас поднимется. У меня разбегаются глаза, я не знаю, с чего начать. Давайте начну с чистой линии. Это у нас гель для душа, ирис и 5 эфирных масел. Смывает усталость и напряжение, питает и увлажняет. Если честно, я смотрела на линейку чистой линии, но все, в общем, как-то... Руки не доходили, и вообще вот все, что я буду вам сегодня показывать, Татьяна угадала, наверное, 85% моих хотелок из ухода. Аромат я уже послушала. Приятный такой, цветочный, нежный. Я думаю, у меня будет на вечер. Я, кстати, пока распаковывала, содрала лак с ногтя, поэтому не обращайте внимания. Все Танюшка упаковала в слюду. То есть я, наверное, минут... 30. Я на YouTube, в Instagram выложила, что я получила, и начала распаковку. Хочу, чтобы она стояла. Но, наверное, так пока не получится. Ладно, не буду мучить бедную сумочку. Так, далее. Еще у нас гель-шампунь. Я так понимаю, это мужской гель-шампунь. Сила прибоя для тела и волос. Оникс, очень приятный аромат, я его послушала. Тут вот так вот у нас все красиво описывается. Вот, приятнейший аромат. 300 миллилитров объем, это вообще, это большая-большая громадина. Я так считаю. Далее мы с ней обсуждали продукцию фикс-прайса, и я сказала, что у нас, к сожалению, нету гелей или крем-гелей, либо молочко для интимной гигиены. И Танюшка мне прислала два вида. Один с календулой, пантенолом и маслом чайного дерева, и второй нежный пион, пантенол, витамин Е. Хватит мне их надолго. Тут объем по 365 миллилитров. Это такие... Капитальные запасы. Танюша, огромное-огромное тебе спасибо, потому что попробовать все хочется, а полностью все купить, например, в нашем провинциальном городе, например, даже то, что девочки фикси показывают, и у нас есть фикс-прайс, но не весь, в общем, ассортимент представлен. Либо он появляется уже очень-очень поздно, когда это все давным-давно не новинки. Вот так поставлю, так мне нравится больше, чтобы все было видно. Сразу покажу чай. Я очень люблю чай. Здесь черный листовой с ароматом малины. Я люблю любой чай, черный, зеленый. Вообще у меня всегда должны быть разные. Да, вот Соня присоединяется, любит черный и зеленый. Сейчас мама отснимет видео, и мы пойдем пить чай. Да. И вспоминать добрым словом тетю Таню, Сонечку и дядю Юру, да? И сразу Соня сейчас у меня заберет к чаю вот такую шоколадку, молочный шоколад с фундуком. Большое-большое спасибо. Сразу отдаю Соне. Да, Сонь? Да. Дальше. Гель для бритья Sensitive. Конечно, Почта России немножко помяла. Хотя все это было упаковано в коробку, в громадную. Крем для бритья для чувствительной кожи. Я, конечно, его не пробовала. Я уже боюсь содрать дальше ногти, потому что я тут пока ковырялась, все постирала.
Вот так выглядит сама туба. Викинг. 75 миллилитров. Вот. Про аромат ничего не написано. Сейчас мы... Так, а он... Фигушки, он зафольгирован. В общем, только в пустышках расскажу. Может быть, даже попробую сама один разочек, чтобы было что сказать. Потому что от мужчин добиться какой-то отзыв практически нереально. У них либо нормальное, либо, ну, пойдет. Вот такие характеристики. Так, дальше. Опять чистые линии. Дачный крем для рук и ногтей. Защитный. Для влюбленных в дачу. Я не скажу, что я влюблена в дачу, но в уходовую косметику точно влюблена. И крем для рук мне... Это, в общем, как говорится, кремом для рук много не бывает. Защита, питание, восстановление. Сейчас холода наступают. Здесь объем громадный, 110 мл. То, что он быстро впитывается, это, конечно, классно. Это значит, можно работать, не отходя от кассы, как говорится. Танюш, спасибо. Так, еще один крем. Называется «Я самая» крем-сос для рук, лица и тела. Интенсивный уход за сухими участками тела. С маслом ши, 75 мл. Вот этот крем я даже послушала. У него такой нежный, реально кремовый, такой косметический аромат. Очень приятный. Я обожаю такие ароматики, которые вот как бы близки к кремам детским, что ли. Вот что-то такое. Еще один крем для ног. Этот крем я уже использовала. Он у меня не то был в предыдущих, не то вот будет в сентябрьских пустышках. Золотая тыква и кукурузное масло. Мне очень понравился крем. Я его использовала и утром, и вечером. Он быстро действительно впитывается, хорошо ухаживает, и у него обалденный для меня аромат. Мне очень понравился аромат этого крема. И я очень рада, он даже вот тыквенно-дыневый какой-то аромат, и я очень рада, что у меня опять появился такой кремушек. Он на самом деле суперский, девочки. Так, йогуртовый фа, мыло, крем-мыло для чувствительной кожи, йогурт. Действительно, очень приятный аромат у него, молочный, такой мыльно-кремовый, вот так бы я назвала этот аромат. С удовольствием будем пользоваться. Соня, не мешай мне. Соня, тут как всегда, тут как тут. Это нельзя трогать, дочь. Так, еще один кремушек для рук. Ой, сейчас уроню тут. Вот такая малютка. Соня смеется надо мной. Крем для рук. Hand крем. Так, это эко-лаборатория. Органическое масло ши. Комплекс африканских трав. Если он не зафольгирован, то мы его послушаем. Но нет, я так и знала, что он зафольгирован. Открывать не буду, потому что у меня в использовании сейчас несколько кремов для рук, а такие малютки я потом их использую куда-то с собой возить. Поэтому пока он постоит в запасиках, но я думаю, это будет совсем-совсем недолго. Да. Еще одна малюточка от чистой линии. Идеальная кожа 5 в 1, гель плюс скраб плюс маска. Очищает кожу и сужает поры, устраняет черные точки, матирует, борется с воспалением, улучшает цвет лица. Это все то, что мне очень-очень нужно, потому что у меня комби кожи, склонная к жирности. Объемчик 20 мл, все это как раз то, что нужно, чтобы все попробовать и решить, подходит этот крем конкретно для вашей кожи или нет. Так, я так смотрю. Вот такой пакет, к сожалению, он измялся, но он очень красивый, поэтому я решила его показать вам все-таки. Это у нас Атефраше. Атефраше, недавняя совсем новинка. Это гель для душа, манго и кориандр. У меня были такие миниатюрки, они прям на лето вот супер-супер-пупер. Очень приятный аромат, летний, насыщенный. Объем здесь 200 мл, супер. Танюш, огромное спасибо, это вообще... Прям чудо-гель для душа. Я даже брала миниатюрку такого геля в отпуск. И еще тут две малюточки. Сейчас я их достану отсюда. Также и Фраше. Одна, по-моему, называется «Снежная ваниль», если я не ошибаюсь. Да, «Снежная ваниль». Танюша у меня уже баловала таким крем-гелем. Очень он мне понравился, он перламутр, он такой красивый. И вот этой малютке, кстати, дайте другой рукой буду показывать, потому что у меня там ободранный этот ноготь. Вот такой малютки мне хватает на очень-очень долго, на самом деле.
И второй, это у нас зимние ягоды. Вот этот аромат я не помню. У меня были гранаты пряные ягоды, мне кажется, а вот зимних нет. Да, вспомнила. Танюш, мне кажется, ты мне присылал, что ли, такой приятный, теплый, вкусный аромат. Буду с удовольствием сейчас холодными осенними, а потом и зимними вечерами пользоваться и вспоминать вас. Так, всегда смотрела на положительные отзывы на зубную пасту 2080. Но у нас, к сожалению, таких в продаже я не видела. И вот Танюша меня порадовала такой зубной пастой. Сейчас мы ее откроем. И посмотрим. Ну и пасту, дочь, открывай. Вот такая малюточка красивая. Вот. Она у меня пойдет в ближайшее время в использование, потому что мне очень интересно ее попробовать. Да, дочь, буду чистить зубы такой зубной пасточкой. Так, еще один продукт, который Танюша хвалил. Тань, я не помню, какая из этих сывороток тебе понравилась больше. Я помню, что одна понравилась больше, вторая меньше. Я не помню, какая, напиши. Я на них все посматривала в фикс-прайсе, но думаю, попозже, наверное, куплю. Сейчас у меня там какие-то сыворотки стоят. И, в общем, попозже, попозже. Итак, я очень рада, что они приехали ко мне. Теперь я их точно попробую. Не знаю, думаю, даже в ближайшее время, потому что уже очень-очень интересно. Далее, вот такой дезодорант натуральный от Либридерм, извиняюсь. Так, у нас он с алюмокалиевыми квасами, 100% натуральный. У него срок годности после 3 месяца после вскрытия. Вот, сейчас у меня на днях должна закончиться полярная березка от Леврана, тоже натуральный дезодорант, у них короткие сроки годности, и я сразу поставлю этот, потому что очень-очень интересно. От Либридерма у меня еще не было никаких продуктов, поэтому все, как всегда, все новое интересно. Потом была вот такая коробочка, но, к сожалению, она вся помялась, я не буду ее показывать. Я не видела, что в этой коробке. Я буду доставать при вас. Это подвеска. Так она в пакетике выглядит, как там с жемчужинкой. Сейчас открою этот пакет своим пальцем ободранным и вам покажу. Я сразу скажу, куда я повешу эту подвеску. Такие подвесочки Sunlight я подвешиваю на браслеты, которые вяжу сама. Они прям идеально туда вписываются. Вот лицо этой подвесочки. Так она выглядит. Вся перепачкалась в лаке, только сейчас вижу. Вот. Такой красотищу. Главное, чтобы она никуда. Надо ее в пакет положить. Боюсь, укатиться. Еще один интересный продукт, который я люблю, это такие бурлящие шары или бомбочки, как все их называют, от кафе красоты. Давайте откроем. Я их тоже не открывала. Я думаю, мы с Соней поделимся ими. Ой, какие они красивые. Тут, наверное, мыло. Да. Мама сразу. Соня сразу, мам, давай поделимся. Это твердое глицериновое мыло. Какое красивое. Давай поделимся. Соня, подожди, покажу. Ну на, посмотри, какое мыло красивое. Будешь таким руки мыть? Да. Да? Мам, я люблю вот те красные. Ты вообще красные любишь? Молодец. А ты какое? И я красные люблю. И вот бурлящий шар для ванны. Это мороженое. Да, очень похоже, Соня, на мороженое, но это бурлящий шар. Потом, когда будем купаться, мы обязательно его запустим, да? Да. И мама меня запустим. И твое мыло запустим. Мама, ты после меня будешь. Я после тебя. Ладно, слышишь, тетя Тань, тут уже распределили, кто после кого. Еще была в посылочке тетя Таня говорила, которая прислала. Вот это вот косметичка от Ифраше. Тоже видела ее у девочек в заказах, но, к сожалению, на тот момент, когда эти косметички были... Тихо, Соня. Соня уже говорит, мама, мне надо это запустить в ванну.
Когда к заказам были в подарок такие косметички, я почему-то заказ не делала и видела только в обзорах. И вот Танюшка мне прислала такую косметичку. Я в нее только заглянула. Заглянула, увидела, что тут лежит вот такая вот мицеллярная вода. Она была в слюде, и чтобы вам тут не шуршать, я ее распаковала. Я такую мицеллярочку не пробовала. Два в одном она тут. Сложно прочитать, но тут на русском ничего и нет. Я всегда в такие миниатюрки мицеллярок вожу с собой к маме, ну, чтобы там, когда ночуешь, стереть макияж. И у этой будет такая же судьба банная, будет со мной ездить. Вот, как бы вас так расставить, мне кажется. У меня, как всегда, с расстановочкой. Еще, что тут лежит? Здесь лежит блеск для губ. Вот в таком вот оттеночке. 120-68. Такая малютка для любой сумочки подойдет. Опа. Такая оранжевая. Нет, персиковый. Нежно-нежно персиковый цвет. Очень приятный аромат. Вот так вот он выглядит. Очень приятный. У меня такой наподобие есть лак для ногтей. Мне кажется, они прекрасно друг к другу подойдут. Тут он даже переливается. Так, буду вынимать. Миллион-миллион пробников. А, вот такую водичку я тестирую. Соня, не повторяй за мной. Мне очень, кстати, понравилось. Соуликсир как-то давным-давно тоже пробовала. И вот такие. Кстати, Танюша мне присылала пробники от Эфраше. Вот эти мне очень понравились. Серум Вежиталь. Брала я их в Иркутск, в дорогу. Очень мне понравились. А вот это вот... У меня тут суфлер появился. Ноль недостатков. Тональный крем. Не пробовала. Попробую. Очень интересно. Танюш, спасибо еще раз огромное-огромное. Так, это все двигаем. И здесь у нас еще такая маленькая. Все, это последнее, что было в косметичке. Пойдем, сейчас покажем, да. Ватные диски. Обалдеть, конечно. Тетя Таня такие подарки прислали. И... 50 штук дисков. Не пробовала, кстати, диски от Эфраше, поэтому интересно. Тоже в ближайшее время положу в использование. Так, девочки, и теперь самое-самое интересное. И это вот такая громадная коробка от Брокарт. Туалетная вода. Вот так вот она выглядит. Сейчас ее достану, она там немножко шевелится. Сейчас я ее достану отсюда из этой коробочки и вам покажу. Вот такой громадный флакон. Мне кажется, здесь 100 миллилитров. Нигде не написано? Нет, 75 написано. Написано 75. Да подожди, София говорит, мам, дай-ка мне. 75 миллилитров, на. Такой он, знаете, напоминает по форме и по весу, как от Юдашкина вода в Фаберлике. Валентина Юдашкин. Слушайте, что-то такое сладковатое. Сейчас я ее даже сразу попробую. Ой! Очень приятный аромат. Танюш, я знаю, что ты переживала, понравится она мне или нет. Мне понравилось, вот как она сейчас звучит, первые ее нотки, что-то и сладкое есть, и свежее, так что Юра не ошибся, я знаю, что выбирал Юра, так что, Юра, огромное тебе спасибо, ты попал в точку. Потом, как он раскроется, напишу, но первые ноты очень вкусные, есть что-то от цитруса, мне кажется, и сладенькое, цветочного мало пока слышу, но что-то есть. Вот такие были подарки. Извиняюсь, что у меня тут Софья постоянно влазит. Классный. Мне прям нравится держать его в руке. Приятный аромат. На самом деле. Огромное-огромное спасибо. Вот такой целый стол заставила. Все поставлю в использование. Ну, давай, помогу. Это духов дом, да. Она, видите, что делает у меня ребенок? Она уже в этот дом от духов засунула мыло. Да, правильно. У каждого должен быть свой дом. Буду заканчивать видео. Соня постоянно вмешивается в наш с вами разговор. Огромное, Танюш, тебе спасибо. У меня вот реально продолжается день рождения.
И прям так это хорошо, приятно, такие даже, я не знаю, какие-то детские ощущения праздника, когда дарят тебе подарки, тем более столько много, столько каких-то хотелок. Огромное-огромное спасибо, я вас очень люблю. А всем зрителям спасибо за внимание, спасибо за то, что разделяете со мной вот эту радость распаковки. Это круче, чем пакет-сюрприз, например, от Avon, потому что там я, ну, подозреваю, какие могут быть продукты, а здесь для меня все полнейший-полнейший сюрприз. На этом буду заканчивать болтать. Всем пока-пока, до встречи в новых видео.